В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте. У нас в гостях сегодня заместитель министра молодежной политики, физкультуры и спорта Павел Симаков. Здравствуйте, Павел. На прошлой неделе страна отмечала День молодежи. Как отметили этот праздник в Рязани? Здравствуйте, Алена. Совершенно верно. 27 июня мы отмечаем День российской молодежи. Праздник отметили не только в самом городе Рязани, но и во всей Рязанской области. Конечно, в каждом муниципальном образовании прошло до 10 мероприятий, да, посвященных молодежной тематике. Да, всего получается более 300 мероприятий на территории всей Рязанской области. В городе мы традиционно начинаем этот праздник заранее, и в последнюю пятницу перед неделей, да, посвященной Дню молодежи, мы отправляем... Мы делаем такое мероприятие на Площади Победы, старт третьего трудового семестра. Мы отправляем наши студенческие трудовые отряды, да, на места их, так скажем, боевой дислокации. То есть это и педагогические отряды, и экологические отряды, и отряды проводников, да, отряды сервиса. Это строительные отряды студенческие, да. Вот нам повезло, в этом году строительный студенческий отряд из Политехнического университета из города Рязани отправился в Тюмень, да, на стройку. Это реальная возможность у ребят проверить свои теоретические знания на практике, да, попробовать поработать, потому что это же их ждет после выпуска из университета, и возможность заработать, да, средства. Это первая часть. Потом, соответственно, каждое утро 27 июня уже в течение последних, наверное, 8 лет мы начинаем с большой зарядки на Площади Победы. В этом году мероприятие прошло совершенно отлично. Зарядка шла целый час, но никто даже не заметил. Обычно она 30-40 минут, а тут час, и всем было так, все были так увлечены зарядкой, движениями. Оно пошло. Сколько человек вышло на зарядку в этом году? Больше 1000 человек вышло на зарядку в этом году. Мы этому очень рады. Это больше, чем в прошлом году. Хотя погода в прошлом году тоже пыталась как-то нам подпортить зарядку, но у нее не получилось ни в прошлом году, ни в этом году. И мы рады тому, что такое большое количество людей пришло. Ну и, конечно, сам праздничный концерт, это торжественный концерт в Рязанском дворце молодежи, он тоже прошел 27 числа. Здесь совместная работа правительства Рязанской области, администрации города Рязани. Мы участвовали лучшую молодежь, да, представителей социально активной, талантливой молодежи, творческой молодежи. И для них был небольшой подарок. Это выступление команд КВН. Это «Русская дорога» из города Армавир и «Плюшки» имени Ярослава Гашка из города Твери. Рязанцы, как всегда, шалили во время разминки, задавали каверзные вопросы нашим гостям из Армавира и из Твери. И все прошло очень хорошо. В целом, вообще, каковы особенности работы с такой прогрессивной частью общества, как молодежь? Ну, сейчас огромное количество исследований различными фондами делается. И вот мы рады тому, что наши федеральные коллеги, Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Государственным университетом управления из Москвы провели большое исследование, что же сейчас интересует молодежь. И в целом мы сходимся. Мы понимаем, что сейчас молодежь, их целью является ценность самовыражения, да, как возможность личностного самосовершенствования. Да. То есть ребята направлены на укрепление себя, да, на развитие себя. И молодежь готова отстаивать свои жизненные ориентиры, да, у очень большой инновационный потенциал у молодежи. Но исследования эти показывают, что только 50% молодых людей готовы брать на себя ответственность, готовы саморазвиваться, да, заявлять о себе, бороться, да, драться, ну, по-разному, да, мы это говорим. И только 20% от молодежи довольны сейчас своей работой или там готовы самореализоваться в работе. Да, и все это заставляет нас, ну, то есть все это нас подводит к таким выводам, что молодежь настроена на саморазвитие, но, к сожалению, она еще подходит к тому, что государство им во многом должно и обязано, да, и что государство существует для них, а не они для государства. Но мы надеемся, что сейчас это, акценты будут смещаться, да, потому что также молодежь понимает, что главная основная идея, да, и то, что они отмечают, что одна из базовых ценностей нашего государства для молодежи – это патриотизм. То есть это тоже очень хорошо. Работать с молодежью, да, с такой прогрессивной, в каких-то, да, случаях там, протестных категории населения всегда интересно, потому что сама молодежная политика строится на взаимодействие не только государства, но и общественных организаций, да, элементов гражданского общества. И мы рады тому, что мы получаем актуальные срезы запросов молодежи, да, именно от этих организаций. У нас в области хорошо действует это и Российский союз молодежи, это и Рязанская региональная детская общественная организация «ЛИСТ», это и наш корпус, студенческий корпус спасателей тоже у нас работает, да, это большое количество волонтерских организаций, это Центр развития добровольчества в городе Рязани, это областной волонтерский штаб общественной организации, это волонтеры Победы,
да, это «Молодая гвардия». Все эти организации так или иначе привлекают молодежь своими идеями. Они у всех разные, да, уставные цели. Но сама одна глобальная идея – это помочь молодежи саморазвиваться. Поэтому мы получаем актуальный срез запросов от молодежи, и поэтому в течение года мы постоянно корректируем даже наши планы работы, связанные с молодежной политикой. Да, мы стараемся подстроиться под молодежь. Вот сейчас, например, да, в моде, ну, скажем так, клиповое мышление, быстрое мышление, да, у молодежи, и поэтому много информации, связанной, например, с молодежной политикой или еще что-то, мы доносим до молодежи в доступной форме, там, через социальные сети, да, там, используя при этом те же, там, мемы, да, различные видеоролики быстрые, да, то есть используя современные средства связи, да, такие там, как WhatsApp, Viber, да, там есть телеграм-каналы, посвященные молодежной политике, на которые тоже можно подписываться. Но мы стараемся сделать максимум, создать максимум возможностей для молодежи, чтобы она могла выбрать, куда ей пойти, да, чем заняться. И насколько молодые люди вот активно откликаются на предлагаемые инициативы? В течение года у нас через наши мероприятия проходит более 90 тысяч молодых людей. Это 1/3 молодежи Рязанской области. Это очень большой показатель. Как в регионе поддерживают талантливых молодых людей? У нас большой комплекс мероприятий по поддержке талантливой молодежи. Это у нас вообще Рязань одна из таких, мне кажется, танцевальных столиц. У нас большое количество различных танцевальных фестивалей, где молодежь задействована. В первую очередь, это, конечно, фестиваль современного танца «Черный кот», который уже всеми так любим. В этом году ему было 20 лет. Был юбилейный фестиваль. Да, это также и работа с ребятами по различным направлениям. Да, у нас есть направление медиашколы, да, много проектов, которые подаются к нам. Например, на конкурсы проектов, тоже связаны с медиапроектами. Да, сейчас вот на той неделе ребята приходили с инициативой проведения школы блогера, да, и запуска такого интересного медиапроекта. Да, это тоже работа с творческой молодежью. Участие в межрегиональных, во всероссийских мероприятиях. Да, сегодня наши ребята вот ехали на эфир, они уже отзвонились, сказали, что уже в Крыму всероссийском молодежном лагере «Таврида», да, это творческие смены, там, да, собираются ребята, у них есть уникальные возможности пообщаться там с великими нашими соотечественниками, с режиссерами, да, вот Никита Михалков в прошлом году приезжал, они его в этом году тоже ждут, да, Игорь Крутой отвечает за творческое наполнение некоторых смен. Тоже вот в таком формате работаем. Интересно то, что на «Тавриду», чтобы попасть, нужно пройти конкурс, да, и молодежь понимает, да, что это такой осознанный шаг, да, то есть ты подаешь эту конкурсную заявку, ждешь, пока тебя отберут или не отберут, да, и принимаешь участие в этом лагере. Вы сказали, что для молодых людей самое главное – это сейчас самореализация. А вот какие сферы деятельности, где молодые люди могут самореализоваться, сейчас предлагаются в регионе? Ну, конечно, очень большое количество молодежи задействовано сейчас в волонтерском движении. Да? И вот это стремление помогать людям, да, бескорыстно, или же помогать там, животным, да, или же мы говорим там про экологию, ну, про разные направления волонтерства. То есть это некая помощь, да, безвозмездная помощь там, где я могу себя применить. Вот это, наверное, самое простое и самое доступное, да, средство для самореализации. Ну, например, возьмем те же там Олимпийские игры в Сочи, да, в 2014 году. Очень большое количество ребят, которые были там волонтерами, да, там, ну, с разными уровнями доступа, да, там, на объекты, с разными уровнями задач, те, которые, да, по работе ставились. Многие из них сейчас очень грамотно, очень правильно могут организовать мероприятие. И тот бесценный опыт, который они получили в Сочи, они его здесь применяют. Да? Также, приходя, например, там, волонтером на какое-то массовое мероприятие в городе Рязани, да, или в Рязанской области, мы часто набираем, да, такие волонтерские корпуса. Вот, например, на 9 мая это мы помогаем общероссийскому общественному движению «Бессмертный полк», да, обеспечивать само шествие, да, совместно с волонтерами «Победы». Вот те ребята, там нужно 200 человек. Каждый год конкурс увеличивается, каждый год количество желающих принять именно участие в этом мероприятии, оно растет. И ребят получают опыт организации массовых мероприятий, который им в дальнейшем может пригодиться. Даже банальный опыт коммуникации между друг другом, да, потом им пригодится на работе. Потому что вот та часть, которую они получают в институте, это так называемое формальное образование, связанное с их профессией. А то неформальное образование, те навыки коммуникации, которые они могут получить, навыки лидерские, да, навыки организации мероприятий, они вот получают у нас, например, будучи волонтером. Но это одно из направлений.
Одно из направлений работы муниципальной молодежной политики – это поддержка молодых семей. Здесь как у нас обстоят дела? Ну, не только муниципальной молодежной политики, это в целом, да, направление государственной молодежной политики – это работа с молодыми семьями. У нас есть 18 клубов молодых семей по всей Рязанской области. У нас есть ежегодно проводится несколько крупных мероприятий для молодых семей. Это городской праздник «Во семья». Он себя очень хорошо зарекомендовал, да, проходит вот в городском парке рядом с филармонией. Там очень большое количество семей принимает участие. И также вот в эти выходные с 7 по 9 июля, в День семьи, любви и верности, на территории Клепиковского района у нас пройдет фестиваль молодых семей Центрального федерального округа. Он уникален тем, что это фестиваль в формате палаточного лагеря. Да, то есть мы еще развиваем внутренний туризм, да, показываем, как здорово, да, отдыхать на природе с семьей, да, то есть за здоровый образ жизни. И, конечно же, это еще образовательная программа этого семинара. Это большое количество мастер-классов с уклоном, так, направленных именно на молодых семей. То есть это советы педиатров, да, это консультации с детскими психологами, это кулинарные даже мастер-классы, да, это мастер-классы по здоровому питанию. То есть это то, что молодым семьям интересно, и то, что они потом реально могут применить, да, вот, ну, там, занимаясь воспитанием своих детей, да, создавая, ну, то есть, и вообще в целом, да, в своей семье. Мы очень любим этот фестиваль, вот уже порядка 70 заявок от 70 семей у нас есть, да, практически всех регионов Центрального федерального округа, поэтому мы его всегда с нетерпением ждем. Ну и, конечно, это материальная поддержка, да, это социальные выплаты на улучшение жилищных условий. Более 60 семей, даже 60 семей вот в прошлом году, в 2016, получили средства на строительство либо на покупку жилья. Ну, частичные средства, конечно. Одно из проблем, наверное, в работе с молодежью – это социальные сети. Вот здесь вы как-то, какие-то у вас направления есть? Да, конечно, существует опыт и кибердружин, он сейчас широко освещается, да, на территории Российской Федерации. Мы здесь одними из первых регионов, да, и Тюменской области, и Белгородской области. Мы тоже, в том числе, это большая заслуга здесь городского центра профилактики, и ребята занимаются мониторингом социальных сетей на предмет размещения противоправного контента, да, на предмет продажи различных наркотических средств, да, они эту информацию собирают, дают старшим товарищам для проведения дальнейшего анализа, и потом эта информация направляется в Роскомнадзор, в органы Министерства внутренних дел, да, то есть это такая большая работа. Насколько я правильно понимаю, это больше волонтерское движение, да, они это делают по собственной воле. Да, как бы уже это применять на более законодательном уровне, да? Мы выходим в социальные сети с положительным контентом. Мы же понимаем, что интернет – это огромная площадка, открытая, да, где может быть все, что угодно размещаться. Поэтому мы ни в коем случае его не блокируем, не запрещаем, не говорим, что это плохо. Мы стараемся внести туда, да, максимальную полезность для молодежи, да, создавать те места, ну, называем молодежные группы, различные, может быть, новостные информационные каналы, да, в которых мы рассказываем молодежи о ее возможностях. Потому что чаще всего молодежь просто не знает о том, что происходит в Рязанской области. Ну, бывает такое, да. И наша задача максимально доносить до них информацию. Поэтому у нас есть собственные новостные каналы, у нас есть собственные группы молодежные, да, в которых уже там более 6 тысяч человек, да, ну, подписчиков есть, да, как новостной ресурс. Также сейчас мы ведем разработку нового молодежного портала именно для Рязанской области, да. Меняем дизайн, да, совершенствуем, меняем подходы к формированию, к формированию новостного контента, потому что мы все знаем, что сейчас информация должна быть как можно короче, как можно понятнее, да, там, желательно с картинкой, да, ну, так называемые вот эти ММы и различные инфографика будет использоваться на этом портале. Тоже будем его презентовать ближе к сентябрю. Да, ну, в августе запустим в тестовом режиме, презентацию проведем полноценную. Также у Рязанской региональной детской общественной организации «ЛИСТ» есть очень замечательный проект, он называется «Онлайн-проект», когда детские организации на территории всей Рязанской области выполняют задания, связанные с социальными сетями, размещают там информацию о своих добрых делах, которые они делают, там проводят различные акции и мероприятия, и потом по итогам этого формируется рейтинг, и ребята награждаются. Да, то есть такая соревновательный момент, игровая программа именно в социальных сетях. Это еще и возможность ребятам, которые уже стоят в общественных организациях, рассказать своим друзьям о том, как это классно и здорово. Чаще всего же мы, к сожалению, а может быть и к лучшему. Наверное, к сожалению, что сейчас общение молодежи перетекает из
реальной жизни, да, в интернет. Вот даже по тем же материалам исследования 44% молодых людей общаются офлайн, а 48,4% молодых людей общаются онлайн. Да? То есть мы видим, что уже идет перекос в сторону онлайн-общения. Да, в то же время, в первую очередь, молодые люди черпают информацию от друзей, от своей семьи, от родственников. Да? И, соответственно, здесь такой метод лавинного распространения контента, да, в интернете используется, когда молодые люди из детской общественной организации размещают информацию о том, как они здорово проводят свое время в этой организации, что они делают, для чего они это делают. Да, и это так вот распространяется, и таким образом количество даже членов детских организаций растет, и молодежь, да, получает ту информацию, которую мы хотим, чтобы до них донести. Спасибо вам большое за беседу. Успех вам в вашей работе. Телезритель, напомню, что в гостях у нас сегодня был заместитель министра молодежной политики, физкультуры и спорта Рязанской области Павел Симаков. До новых встреч в эфире.